Всем здрасте. Здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены. Хорошо выглядишь, спасибо. Привет. Да, я работаю в такси. Представляете, сел на диету, у меня сегодня клиентки угостили. Буду теперь кушать утром одну, с утра и все. Пашок, здоров. Да, я бы мог бы вернуться на дом 2. Но я не знаю, что там делать. Девочки выбирают совсем не тех мужчин. Слушай, да я не знаю, честно, я не взвешивался, но думаю... Ну, отожрал жопу опять, короче. Перед проектом такой же был по одежде, чувствую. На проекте очень сильно схуднул, особенно штаны на мне висели. Да, братан, сперва 120, а потом по тысячу в месяц. Деревню я бы не против вернуться в станицу, но я пока на данный момент не вижу там никаких перспектив. Только по вопросам с ребенком. Братка, где ты такие бабки будешь брать на моцик? Ты что, будешь всю зарплату отдавать за мотоцикл? Тебе это зачем? Да, сколько в такси зарабатываешь? По-разному. Это секретная информация. Было лучше, стало чуть-чуть хуже. Квартиру снимаем, комнату за 16 тысяч обходится в месяц на двоих. Не, братан, я боюсь, ты дашь расписку, а потом попадешь на бабки. А спрашивать будут уже люди другие, ты знаешь, кто этим занимается, братан. Последние же заберут. Не нужны, братан, бабки, так же, как и все. Я за него 203 тысячи в кредит плачу. И неохота потом ждать. Мне нужны деньги для покупки машины. Если продал, пошел сразу в автосалон. Может, кредит одобрили, если бы у меня 150 кусков было на руках. Очень занимательный эфир. Как Сергей молчит. Как диета, сколько сбросил. Я не знаю, третий день, как бы, я сбрасываю не на весах, а на внешней. Да, машинка сейчас в аренде. Ну, чувствую, мне в этой машинке еще полгодика придется пахать. Гелендваген пришел. Сейчас добавится в эфир и будет меня соблазнять. Да, Гелечка? Ну, конечно, 3 дня. Какие результаты?
Гелия, я не красавчик, я симпатичный. Встречаюсь? Нет, только вижусь. Гелечка, давай в эфир подымем настроение людям. Деловая колбаса. Давай, бежи. Беги. Мычи. По ухабам. Работаю. Пока никого не жду. Как я отношусь к Купиной к Майе? Хорошо отношусь. Сегодня, кстати, смотрел сейчас видос, где Купин что-то наезжает на Безуса. Мне это не понравилось. Аренда тачки 1600. В месяц 42 тысячи. Аренда 42, бензин где-то 40 и 20%. Вот считай, сотку надо только отжать, чтобы отдать. За свадьбу. Понятно. Что-то сейчас смотрел, как Ромка с Маришкой грызутся. Что-то мне неприятно. Маришку жалко. Обидно за нее. Ну, кошка беременна. Здорово, сестра. Витек? Да нет, Витек в Анапе сейчас. Шева в Орске. Ну, так. Не знаю, зайдите к Шаровару, задайте ему вопросы. Я чуть-чуть знаю, но не буду это вам говорить. Настроение хорошее. Чего жду? Заказов жду. Солнышко где-то там пробивается сквозь тучки. Голуби воркуют. Для тебя всегда свободен, детка. Супчик-бомба. Сейчас туда дальше поем кашки из этого супчика.
заказывал. По-разному. Бывает мало, бывает не останавливаешься. Нет, я еще не обедал. Я в 9 овсянку хавал, завтракал. Чтобы худеть, должен присутствовать. Че с ним? У меня такой взгляд. Как зомби. Может, у нее спина болит? Вот так. Обедай, пока время есть. Опять скажете, жару при вас. Сейчас закон подлости. Возьму тарелку и сигнал. Хлопа, мой обед. Дали. Суп. Суп-каша. Кашевый суп. Вот такая у нас жизнь на колесах, ребят. Просто на даре снег. Да, мне все уже говорили, друзья. Аппетитно выглядит. На плов похоже. Только тут картошка еще есть. Прикольная еда. Да, я тоже, в принципе, либо за рулем, либо хаваю в эфирах. А что делать? Мы все свое время свободное вам посвящаем. Остальное время мы заняты. Вкусняха. Привет. В каком-нибудь заведении за такую чашку, такой еды, рублей бы 200 отдал. Спасибо. Блин, мне только сказали кушай, а теперь пишите, что жрешь. Холодное, наверное, не очень какая разница, кто что скажет. Обед. Поделюсь, сколько платят на дом 2. Вот эти лучшие вопросы мы не задавали. Нисколько. Но я был бы не против на дом 2. Ничего мы не подписывали, просто есть нормальные человеческие отношения. Кто лучше? Одинаковые для меня люди. Ничего, скоро не будет, чётчик. Схудаю.
Нет, выходных у меня нету. Работать буду. Часов до 9, до 10. Попасть каждому по-разному. Кому-то сложно, кого просто приглашают. Нет, с ведущими я не общаюсь. Ну, я не сильно хочу. Чтоб туда идти, надо сделать какое-то заявление. У меня его нет. Мне надо долги раздать, машину купить. Да, никакой личной жизни. Вот только в воскресенье я сходил с девочкой со мной. Хорошее кино. Да у меня тут все. И рис, и картошка. И котлеты. Индейка. Я такси работаю. Ну, я общаюсь, но не, как она сказала, незаконченные отношения. Такси City Mobile. Тарифы назначает диспетчер. Но здесь по Одинцово люди платят 59 минималка. Есть Яндекс.Такси. Здравствуйте. Очень вкусно. Я вообще что-то готовлю вкусно. Я даже дома готовил обычно это, что-нибудь на мангале. У меня там друзья пальчики облизывали. Кстати, могу рецепт сказать. Чашку кофею я себе бодрящего налью. Солнышко растет, спасибо. Ей 4 годика. Вот был в гостях. Метро Отрадное. Сейчас посмотрим на карте. Я везде был. Кофе сахарозаменителем. Метро Отрадное. Сейчас найду. Спасибо. Маршрут построен. Ага. А где я сейчас нахожусь, 40 километров отсюда. Это вверх Москвы, Мытищи ближе, Химки. А я живу внизу, через всю Москву до этого метро. А так я всю Москву уже как бы обколесил. Так что, где я только не был.
Ну да. Свои 21 палец, я Москву знаю. Ладно, пока тебе и твой дочурке здоровья, расти крепко. Спасибо большое, честно, от души. На диване. Я в Москве не отдыхаю. Если бы я отдыхал, может быть, вам рассказал. Мне кажется, в любом месте может тебе нравится, когда у тебя все хорошо, все живы, здоровы. Налево. Круговое движение. Второй съезд. Поверните налево. Ну не, я должен там свой аккаунт только удалить. Поверните направо. А так, окей. Но она обновленная, конечно, я ее обновлял под телек, чтобы
хочешь там было. Я могу просто ее сбить на заводские настройки. Ну, короче, смотри сам, что сделать, что делать. И что, когда заберем, отдадим... Поверните направо. Тебе как... Ну что, у тебя там все нормально с документами? Все решало, все окей. Солнце. Солнце, мое солнце. Что было-то? Там столько недвижимости был вопрос, или с чем, или с гражданством, а что за вопрос? Поверните налево. Я не могу сказать ничего конкретного, но я считаю, что это и сюр, и это... как... типа... есть... которые